Так, у меня что-то все зависло, у меня Йоши бежит на одном месте. И у меня тоже, да, ты там... Господи, Лана, чем ты занимаешься на карте? Ты серьезно? Вы украли ее! Мою формулу украли! Всем привет! Вы на канале Крошки Евы, и мы тут пришли все вместе в пинбол поиграть. Привет, ребята! Привет! Привет! О, привет! Привет! Привет, Ева, еще раз тебе! Что? Вы видели, меня Йоша уже пристрелил! Меня уже тоже пристрелил! Ладно, какой кошмар! Да, я пристрелила Ульяну. Я запомнила. Подождите. Что, Йоша, я же только что появилась! В смысле, это не я был, сейчас не я был. Я вот Лану убивал. А почему я умерла тогда? Я без понятия, я не трогал тебя. Странно, странно. О, кого-то я вижу. Кого ты там видишь? Ёши. Извини, пожалуйста. Карта классная. Да, прикольная карта. Карта неплохая, да. Ёши! Это уже был я, прости. Ёши, покусают тебя. Не надо. Не буянь, Ульяна. Мне кажется, я не смогу попасть в Лео. А, мне кажется, я не могу попасть в Ульяну. Ева подкралась со спины. Я не знаю, как выстрелять. Тут Ева ходит рядом. Ну, извините, пожалуйста. Я в другую сторону смотрел. Так, а мне доступно новое оружие. Прям сзади. Ну, ладно, ладно. Да, и Лану я тоже со спины убила. Ева такой тихий убийца, да, я насколько понимаю? Да, да. Ладно, у нас батл с Йошей сейчас, так, Ева. Нет, Ли! Отлично! У нее, кстати, такое же оружие, как у меня. Я постоянно в одном месте почему-то возрождаюсь. И убивает только Ли. А, Ульян, я к тебе пришел, но не нашел тебя. Опять. А так, Йоши! Йоши, убери снайперку, это нечестно. В смысле? О, круто. У меня другого оружия нет, нормально. А, Ульяна! А ты что так... такой снайпер. Я отомстила, наконец. Значит, надо было нормальное покупать, Йоши. Ну, извините, я играл просто. Я, кстати, вообще никого не вижу. Карта действительно огромная. Да, это да. Огромная. Ну, зато Ева меня нашла прекрасно. А тут все огромные карты. Да, ну ладно, прям меня обижала. Да я знала же, что за снайперкой. Ну, как ты? В смысле? Да-да. Лилит, ты немножечко пролагивала, как будто из стороны в сторону. Ляп-ляп-ляп, я в итоге ни разу не попал. Это очень смешно смотрелось, на самом деле, с моей камеры. Это мне не помогло. Да, Ульяна, ты смертная какая-то. Я даже не заметила, что меня кто-то стреляет. А у меня все удары просто были сзади тебя, ты убегала как будто. Понятно. Я ж тебя стреляю уже очень давно, тут все в моих шариках. Да стой ты, нет. Как? Извини, пожалуйста, извини. Я не успел подняться. Да что ж такое, Ева, прекрати меня убивать. Это я тебя убила, да? Да. Я тут просто и в тебя, и в Ли целилась. Обеих убила. Вот, да, Лео, получай. Спасибо. Пожалуйста. А скажите, пожалуйста. Ульяна получила. Йоши! Ладно. Прости, пожалуйста. Я хотела спросить, что делают вот эти вот флажочки. Зеленые, синие, там еще какие-то. Пока не понимаю, о чем ты. Это было убийство со спины. Как красиво было вообще. Слушай, да что такая карта-то огромная? Серьезно, гигантская просто. Мне кажется, я видела чьи-то ноги, но не могу его найти. Лео отомстил мне, да, отомстил. Отомстил. Слушайте, а что у вас у некоторых такие уровни огромные просто? У меня только пятый. Так, кто-то тут подключил свой дрон. У кого-то есть дрон, у кого-то дрон. Это у Йоши, Йоши. Да я давно уже. Серьезно? Да. Так, нужно избавить его от дрона. Да, я хотела, но не получилось. Нужно срочно избавить его от дрона. Мне кажется, он ему не нужен. Он мешает ему. Да, наконец-то я убила Еву, наконец-то. На самом деле, дрон тут абсолютно бесполезный, потому что, ну, я просто хожу по пустой карте. Серьезно. Я абсолютно точно не знаю, где вы. Отдашь и меня убиваешь, да? Ну, если так можно сделать, то отдам. Что это? Что произошло? А кто это? Кто это убил мою турель? Это я. Извини, пожалуйста. И я тоже. Понятно, все, понятно. Убейте турели. Йоши! Ну, а что ты бежишь вот в мою сторону? Подкараулит меня сбоку. Я не караулю, ты просто бежишь в мою сторону. Второй раз подряд. Ты какой-то бессмертный, я не знаю. Нет, я просто не могу найти никого, чтобы пострелять в него. Короче, ты поняла. Я просто случайным образом нашел кого-то. Точнее, меня нашли, лучше сказать. О, да, о, у Лео тоже вот этот вот дрон. Отомстите кто-то Йоши за меня, он меня уже два раза убил. Так, ну сначала нужно найти его. А меня Лео два раза убил. Вот эта снайперка.
Так, так, где убили Ёши? Где убили Ёши? Вернее, кто? А там еще и Ульяна с дроном. Получай, ладно, получай! Ева, ты меня напугала, какой кошмар! Ты меня тоже напугал, надо же было так встретиться. Да, да, меня. Нет, я только дрон запустила! Ёши, ты совесть имей вообще! Прости, прости, пожалуйста. А, тут дрон, чей? Это вообще не дрон, а, не знаю, как-то турелька, турелька стояла, да. А, понял. Ёши, получил. Ладно! О, Ева тут еще стоит! Ты что тут стоишь, Ева? Я случайно сюда поднялась, и ты тут уже так возродился. Так, я чуть турель бью, не знаю чью, но очень хочу ее прикончить. Нет! Что? А меня Лео убил, да? Сразу же. А я смотрю, меня убил никто, какой-то пустой никто. Просто. Привет, Лео. И я двойное убийство, что ли? Ёши, он постоянно достает со спины. Ульяна, не убивай меня, нет, нет, трон. Да, 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 пожалуйста, я не могу попасть в тебя, ты что такое? А, подожди, это не я, что ли? Нет, это был я. Что? Это была я. Господи! Так, я буду охотиться на кого-то, кто хуже стреляет. А кто хуже стреляет? Я. Суя сыт просто. Ой. Я пока смеялся. Ёши, на тебе. Что, это не ты меня убила вроде бы. На тебе, Ева. Она его, Ева добила. А, ты просто мой труп расстреливаешь. Понятно. Резонно, в принципе, да. Да, беспощадно. Я, кстати, чаще всего проигрываю в батле с Ульяной. То есть мы с ней когда выходим друг против друга, обычно проигрываю. А сейчас что-то как в последнее время даже могу попадать. Да, мне надо, наверное, менять оружие. На, Лана. Нет, Ева подкралась. У кого был дрон, у кого нет дрон. Турельку мою уничтожил. Это был я, привет. А меня турель Лео уничтожила. А, у меня есть турель? Ничего себе. Спасибо, турель. Только уничтожил. Да, турелька, вот она. Я купила себе два пистолета. Я думаю, это должно помочь мне. Вот так тебе. Лилит, иди сюда. Иди сюда. А, что, убежала? Где ты? Где ты? А, нет, нет, нет. Так, подождите. А, Лана, у тебя турель была? Да, у меня была турель. Турель твоя убила меня, да? Так, Ульян, я запрещаю тебе, Ульяна, не надо это делать. О, да. Месть. Так, ах, так. О, да, шикарно. Нет, я вдруг там с двух сторон стреляли, я только увидел блин в конце. Что? Мою турель? Это был я издалека, ребятки. По-моему, Лео, твою турель тоже прикончили. Простите за турели, я очень старался. Это я убила Лану и турель ее. Так, Ёши, со спины убивать нечестно, некрасиво. Если со спины, ты просто отвернулась в этот момент. Как понять со спины? О, Лео. Да, привет. Ладно, 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 ладно. Оля. Нет, Ульяна, отомсти за меня. А, Ульяна отомстила. О, да. О, спасибо. О, 12 уровень у меня, шикарно. Да как вы так уровни набили? Вы что, играли сами по себе? Да хватит. Я вообще попасть не могу. Я тоже. Но зато в Еву я попала. Молодец. Да, кстати, Ульяна меня убила. Да как Ульяна это делает? Господи. Ева! Так, ладно, ладно. Да, это я, здрасте, здрасте. Что у вас там вообще происходит? Где вы все? Не знаю, а где ты? Выйдите хоть один, покажитесь хоть один. Вот вроде кого-то видел, а вроде уже и не видел. Ай, ладно, привет. Привет, вот это я. Здравствуй. Так, ладно, ты куда спрыгивай? Там кто-то есть, Лана, осторожно, там кто-то ходит. А, я понял. Это ты, например, да? Нет, это не я, это не я. О, Ева, ты слышишь вдобавок. О, спасибо, отомстил. Дабл килл. Нет, так. Нет, а, меня твоя турелька добила. Так тебе и надо вообще-то. Да в смысле, нет. Ли, тихий убийца, она постоянно это делает, да, 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 но, да. Но молчит при этом. Да что тихий-то? Я не знаю. Нет. Да что ж такое, я постоянно не могу попасть в Ёши. Ёши, а ты прикончил моего дрона. Извини, пожалуйста, ладно, извини. Это за это я прикончила тебе турельку. Ого, как Ульяна пролетела. Да, Ёши. Ого, ты тоже пролетела очень сильно. Ёши! Это Ёши всех раскидывает! Раскидывает прям? Неправда! Я пытаюсь отомстить. О, да, наконец я вот попала. Вот Ульяна меня убивает при этом. Мне не нравится, мне кажется, я слишком медленно бегаю. Лана! Мне хочется быстрее. Ульяна, ты прям беспощадная какая-то. Это случайность, я только сейчас... Ну вот, меня убили. Да, привет. Что? Да как ты меня увидел-то? Я же с деревяшками бегал. Да,
Я открылась в лан, у меня Ёша убил. Да что ж такое? Не туда смотришь, Лана, не туда. Это не ты убила Ульяну. А вот и не попадешь, не попадешь. В смысле не попадешь? Привет, Лёша. Так, у меня что-то все зависло. У меня Ёша бежит на одном месте. И у меня тоже. Да-да-да, у меня тоже Ёша на одном месте. Ты тоже бежал на одном месте, и я смогла тебя застрелить. Серьезно? Да. У нас сервак упал или как? Все ребята. А у меня все тоже вылетело. Сервер упал. Я никого не вижу, но увидела Ёшу только что, и он ходит. О, привет. Привет. Нет. А ты видишь кого-то еще, Лана? Я только тебя. Это что, дуэль? Дуэль? Я вернулась. Ой, ребята, я ж не туда вернулась. Не туда вернулась. Нас закинули на общий сервак, так что я думаю, что мы не узнаем, кто победил на самом деле. Лана, давай дуэль. Лана, дуэль. А я к вам вернулась. О, отлично, давай, давай. Возвращайтесь, мы тут пока... Да ладно! Вы понимаете, я вообще не трогаю Лану, ее просто убивает моя турель. Я вообще в другом конце карты гуляю. А вас выкинуло, и в итоге мы с Ёшей реально победили. У нас всё обнулилось. Да, никаких очков, ребята. Эх, очень жаль. Йо, давай какую-нибудь карту поменьше, пожалуйста. А они все одинаковые, они все большие. Это парк аттракционов. О, а как красивая эта карта. Слушайте, мне очень нравится. Да, очень красивая. Ого, прям на моих глазах. Понятно. Нет, что такое? Все было отлично. Ладно, ты что? Мне все понравилось. Аттракцион тебе понравился? Пожалуйста. Отличный аттракцион. Что? О, да. Как я не знаю, как я попала. Я не знаю, я стреляла просто в ту сторону, где ты. Я вообще, это моя тактика, между прочим. Я просто стреляю в ту сторону, где кто-то должен быть. Ева, ты дошла. А Лена тоже сработала. Слушай, я попробовал твою тактику и убил Еву, спасибо, Лана. Да, пожалуйста, пользуйтесь. О, у меня 5-й уровень, ребята. Секретная тактика Ланы, это я вообще... Я уже Эли так убила. Ой, а я и Лану так убил. Как? Расскажите мне тоже. В смысле, какая тактика? Просто стрелять в упор? И Ульяну так убил? Слушай, Лана, у тебя идеальная тактика просто. Катаны все пользуйтесь ей. Зачем? Я рассказала про нее. Ёши я так убила. Обалдеть. Слушайте, а правда? Я полкарты шел, никого не видел. И тут Лана такая: добрый вечер. Ева. Привет, я. О, что? Что? Почти, пока, почти помогла тактика Лане. Так, кто так, это зелененький? О, ничего себе! Это серьезно? Серьезно, катаны? Только что кто-то открыл ящик, там лежала секретная формула Ланы, и теперь мы ее знаем. Нет. И она действительно работает. Зачем я поделилась своей формулой? Срочно забудьте! Если честно, мне кажется, мне ничего не поможет, я просто не попадаю ни в кого. Да ладно! Йоу, как я тебя не убил? Я постреляла во все стороны вообще, где ты был. Твоя формула. Ладно, твоя формула. Вы украли ее! Мою формулу украли! Верните мою формулу. Подождите, все убивают меня, я больше не могу никого убить. Все убивают меня моей формулой. Но если не можете никого найти, значит, можете к кому-то подкрасть. О, да как? Ого! Ничего себе, как ты отлетела. А кто тебя убил? Наконец-то, Лана. Что, Лео, ты радуешься тому, что я тебя прикончила? Конечно, это же секретная тактика Ланы. Раз ты смогла воспользоваться этой формулой, значит, ты на правильном пути, Лана. Что, эй? Ева, у нас тут была дуэль, ты вмешалась в дуэль. Ева, зачем? Ничего не знаю. На тебе за это, ясно, ясно. Вот, получи, еще и Ульяне досталось. Ладно, откуда я знала, что у вас там дуэль? А меня потом Лео прикончил. Почему? Я не могу попасть. Лана, кто тебя убил? Это я был. О, понятно, понятно. Что? Теперь Ульяна вмешалась в батл. Нет, кто опять? Кто там опять не дает подуэлиться? Ульян. Что? Не буянь. Ой, страшно. Да что вы тут хотите? Что, Лана, куда полезла? Лана, ты чего? Эй, слезай оттуда, там высоко. Да в смысле? Снял, слушай, Лана. Спасибо, что спас меня. Это тебе просто на пользу, Лана. Ты же упала бы и разбилась. Зато ведь попадаешь. Ну так попадаю, ну так это не от снайперки зависит. Вот в ближнем бою Ева меня просто не чувствует. Она просто подходит и убивает. Ёши, я только что проверила. Можно залезть на самый верх, где вагончики. Минуточку. Сейчас я должен кое-что проверить тоже. Нет, так нельзя. Ёши точно нельзя. Ладно, не буду, честно. Да можно, пусть лезет. Мы подойдем и его прикончим. Нет, не хочу, не буду. Я даже не знаю, где это место. Ой, наконец-то, что такое? Только я кого-то убила, и меня сразу убивает. Ульяна, где ты прячешься постоянно? Ты постоянно вылезаешь из каких-то очень странных мест неожиданных. Я вообще совершенно никого не могу найти. Когда кого-то нахожу, очень и очень радуюсь. О!
Это я попала? Да, попала. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мести и убийство Ланы. Да, я даже не увидела, кто меня убил. Да ну, пожалуйста, где вы ходите все опять? Йо, а что ты так быстро возрождаешься? Ааа, Ульяна. Слушайте, я совсем забыла, что у меня уже все есть и даже дрон. Ёши! Да? У меня тоже только что был дрон. У меня только что появилась турель. Дрон больше выдает даже. Отличный дрон, ладно, я просто хотел посмотреть поближе, но случайно сломал его. Спасибо большое. Что? Ай, Ева это... Слушайте, Ева и Ульяна явно работают как-то очень чисто. Они ниоткуда появляются в каждый раз, когда... Подходишь к какой-то точке, обязательно там находится немножечко Евы или немножко Ульяны, знаете, типа... Немножечко. Да, как сливки в латте. Ёша, ты меня в пятку убил только что, что ли? Получается так. Ева, да что ж такое? О! Постоянно. Ого, там кто-то проехался. А-а-а, Ульяна, прекрати делать! О, Лео, ты не дал мне убить, и я стреляла прям в нее. Я отомстила за себя. Это правило нарушения дуэли, ух ты. Ладно, я отомстил за тебя теперь. Ой, спасибо, а давайте я сейчас сама за себя отомщу. Нет, Ёши, я должна была, ты не мог меня убить, месть прервалась, круг мести. О, вода. Нет, опять Лана в спину меня фигачит. Ого, Ёши там прыгает. Я не прыгаю, я умираю. Ну ты от смерти прыгаешь. По-моему, мы уже все друг другу отомстили и не один раз. О, Ёши, твоя турель вот меня просто раздражает. Извини, пожалуйста. Так значит, Лео, не трогай мою турель. Я, знаешь, сколько я пытался расстрелять? Блять, длительное время стоял около этой турели. А я сейчас скажу, что Лана, иди сюда. Ой, нет. Нет, да я на такой просто агент секретный, в смысле? Что еще делать? В таком классном месте я появилась. Я что-то тут, пожалуй, останусь. Тоже наверху, да? Ёши, турель моя! Я даже не успела спрятаться! Все понятно. Ёша вообще, он один раз выстрелит, попадет и все. Да-да-да. У всех так, по-моему, нет? 10 тысяч раз стреляю, ни в кого не попадаю. Вот получи. А, да Ульяна! Так, а у меня новое оружие. Я не знаю, там Лис, Лео с двух сторон просто окружили. Сейчас я хочу испробовать на только же дрон достал, только достал дрон. Наконец, да, я тоже. Слушайте, а с дроном действительно очень легко. Больше не будет этой свиньи, пожалуйста. Так, кто убил Лану, большое спасибо. Ну, ты просто попалась мне, я не специально. Так, опять Ульяна меня идет прессовать. Ульяна, не прессуй меня, да хватит! Да, наконец. О-о-о, там Ёша сзади появился. Тебе очень сложно убить. Ёша опять, да как ты всегда-то махаешься? В смысле, я там и был. Да ладно, вы не заметили меня? Ёша только что три раза прикончил подряд. Это была случайность. Я только что три смерти видела. Ульяна наставила тут турелек своих, понимаешь? Вот именно. Так, отлично. Да, и она разве еще не развалилась? Нет, вот теперь вроде развалилась. Так, ну я новую тогда поставлю. Нет! Ой, Лана тут ходит, Лана, да не двигайся ты! Я просто так боюсь встречать Ульяну на карте, что я даже не знаю, кошмар какой-то. Ты там содрогаешься, она где-то рядом. Да. Нет, Ёши, да как? Слушайте, Ёши как-то спиной чувствует, когда к нему кто-то подходит. Ну, конечно, когда я смотрю, а тут просто возле меня гора этих цветных шариков. Я думаю, так, ну да, наверное, сзади кто-то все-таки стреляет меня тут. Вы, кстати, не заметили, что тут некоторые домики, как пёсики, у них язык и ушки есть. Господи, Лана, чем ты занимаешься на карте? Ты серьезно? Так, язык вижу, а уши где? Ну, уши наверху у домика. Уши? О, серьезно? Ой, Ёши, я на пёсика за тебя не посмотрела. Извини, пожалуйста, ну извини. Я тебя даже не трогала. Нет, Ёши, я только дрон достала, Ёши. Ну, простите, ну я же не могу игнорировать вас. Ну, я вижу, стреляю. Ну, все. Отлично. А, нет, не отлично. Нет, не отлично. Опять это... Отлично, Ульяна. Знаете, я начинаю думать уже, что у Ёши ко мне какая-то кровная вражда просто. Думаешь? Ну, да, потому что постоянно меня убивает. Да и просто... Ты появляешься возле меня и все. Я решил покататься на американских горках немножечко. О, нет, я вижу ее. Все, уже не катаюсь. О, не покатался. Да. Вот так. О боже мой, это боевая Ева с двух рук в меня просто стреляет. Ребята, да у меня просто вообще... А это хвост получается. Да.
Ева, привет. Все. Ёж там лезет наверх куда-то. Понятно. Так, а кто убил Ёжик? Ты его оттуда... Да кто? Ульяна? Кроме Ульяны никто не убивает. Ну, точнее, убивают, но Ульяна всех убивает, по-моему. Ульяна, ты суперубийца. Она за правосудие. Я просто иду к тебе, ты там на горе где-то, и тут хопа берешь и валишься просто вниз. Знаешь, как будто у тебя инфаркт случился от Ульяны. Да, за правосудие. За правосудие. Инфаркт и правосудие. Я смог убить Ульяну. Я смог остановить инфаркт и правосудие. Ого. Я иду, я иду мстить. А я Ёжа мстю. Уже он который раз получается. А, ладно, я выслеживал Лану, в итоге Лана выслеживала. Обалдеть! А у Ульяны другое оружие уже. Ага, да, я уже накопила. Очень меткая. Ну, не всегда положим, но... Сойти, о, да. Боже мой, я вообще смотрел в другую сторону, ладно. Я тут за Ланой охочусь, а твоя дурень меня убила. И меня тоже. А меня убила. О, я в Ёжи попала. Это была Ева, я думал, это была Ульяна, я просто видел, как ты вылетела. Это была я. Так, я хочу за Евой. Я вот пытаюсь тебе попасть, Лео. Слушайте, пока до вас добежишь, вы уже друг друга прикончите. Ну да, да. Есть такой, о, привет. Нет, каждый раз. Кошмар. А я чуть свою турель не начал убивать, зачем, непонятно, но... Ну, мог бы убить, мог всем помочь. О, вот это вот Ульяна. Ёжа наставил турели и на верхушках, и вообще везде. А, кстати, я только одну на верхушке поставил. И вот буквально в самом конце, я забывал их использовать до этого. Так, ну-ка. Что, все? Так, ну да, Ёши, да, у Ёши первое место, понятно все. Ну, а со снайперкой чего вы еще ожидали? В смысле со снайперкой, алло, вы вблизи просто расстреливаете меня, ну не подпускайте меня, точнее наоборот, это я не должен вас подпускать, но вы поняли. Так ты это и делаешь, Ёша, вообще-то. Так, ну ладно, ребят, я думаю, мы уже слишком много постреляли, всех убили, всем отомстили, и я вот смотрю на новую красивую карту. Ой, там какой-то смайлик бежит. Слушайте, а кто это? Ты тоже смайлик. А почему? Мы с тобой за одну команду? Может быть. А ну-ка. А, да, это по командам. О, круто! Да, прикольно. Но я думаю, что это значит, что в следующий раз мы можем сыграть по команде. Да, обязательно. Да, было круто. Ёж, я вот, не успела. Посмотрите, у них бесстрашная просто команда, я боюсь. Ну что, ребят, я думаю, на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока! 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 Пока!